Я, Саша Вишневецкая и Лена Безменова поехали под Всеволожск провести небольшие выходные, чтобы настроиться, может быть, ну, на новую жизнь, да? Да. И решили, ну, вот здесь вот мы уже одну ночь провели, сегодня второй вечер, и мы будем разжигать костер. Покажем вам, как это нужно правильно делать. Рубим дрова. Привет! Мастер-класс для девушек. Как нужно рубить дрова? Выбирайте полено. Покрасивее. Да, симпатичнее берешь. Надо два человека. Один с топором. Замахиваешься со всей силой. Немножко ударяешь его. Потом подключается подруга. И колбасит. Как можно сильнее центр бревна по центру топора, чтобы он вошел. О, прям попал. Так быстро. А теперь вообще для того, чтобы лучше горело, да, нужно каждое полено еще начать. Ну, полено на 4 части. Подожди, я же в прошлый раз вообще одним махом это делала. Не стоит. Подожди. О. Ладно, все, с тобой. Ты хочешь, да? Да. Ну, никогда не забывайте давать работу для друзей. Да. Чтобы они не скучали. Все делать самому не обязательно. Иногда невозможно. И последняя вот четвертинка. Все. Саша, молодец. Травмы бывают у всех. Начинаем с дров. Выбираем правильные дрова. Маленькие, да? Да. Чтобы их можно было быстро разжечь. Как-нибудь. Есть много видов костра. Мы выберем... Один единственный. На свое усмотрение, да? Да. Хочу заметить, что площадка наша состоит из инструкции по пользованию фотоаппаратами. Способ создания диска с фильмами. Фотоаппарат какой там? Настройка Sony. Сейчас мы делаем сердцевину. Пол у нас есть подложка. Да. Сейчас будет у нас сердцевина. Для костра нам ничего не жалко, даже инструкции. Так, сердцевина. А сверху мы уже будем строить непосредственно наш колодец огневой. Пока Лена основу делает, я вам покажу, что у нас есть. У нас есть мангал. Прям. Да, такой необычный мангал. Большое полено. Вот наше жилище, палатка. Очень все у нас аккуратно сложено внутри. Пенка, на которой находится плед, и главный ее герой – улитка. Вот такой прекрасный бокал для приготовления самбуки вы еще увидите. А здесь мы отпочиваем. Немножко пива. Я считаю, Лена мешает ложки. Вот здесь такое прекрасное озеро осеннее. Там периодически приходят люди в том берегу и купаются. Ну, иногда собаки. Там живет наш друг, Володя его зовут, который нам доставляет дрова. Итак, возвращаемся к костру. Тут уже конструкция какая-то. Да. Минимальный домик для начала.
Наша цель — задать вектор огня. Положить начало. Это как... это как утроба костра. Такая маленькая сердцевинка. Сердце, да. Да, вы наблюдаете зачатие большого костра. Да. Очага любви и сытости. Итак, ну вот мы уже и возле нашего очага, так сказать, домика. С легкой руки у нас быстро получился такой милый костер. Скажи, что да, можно сюда. При таком способе постановки костра можно, не используя там мангал, кирпичи, кипятить так вот, вот, вот сюда ставишь, ну, может, даже повыше. Сюда ставишь кастрюлю и кипятишь там воду, делаешь, да, кашу. Да. Очень удобно. А пока мы прогреваем верхнее бревно. Да. Пока все трещит. Бревнышки немножко сырые, поэтому немножко сложновато было начать дело. Но вроде одно бревно схватилось, а даже уже не одно. И костер отлично горит. Сегодня нам нужен костер для того, чтобы мы готовили ужин. Да, суп. Суп. Очень простой, потом покажем вам мастер-класс. А после супа у нас будет еще картошка в фольге печеная. Да. Печеная картошка в фольге с луком, солью, приправами вкусными. Ну вот и все. До новых видеосъемок. Фоткала, а сейчас отключаю видео. Пока. Мы на Финском заливе. Сегодня 22 сентября 2014 года. Рады встрече друг с другом. У нас есть фрукты. Фрукты. И не только. У нас есть Финский залив. Надо говорить громче. У нас есть Финский залив. Пустынный. Никого нет, всем холодно. Покажу Финский залив. Есть еще маяк, который показывает строго на север. Есть Саша с криво застегнутой жилеткой. И есть Лена с ровно застегнутой курткой. Лена есть и есть виноград. Есть и есть. Еще у нас есть вино Коктебель. Коктебель. Изморозь от Финского залива, скажем, отблески. Но, нет, это больше, мне чем... нравится. А подай мне. За нас.
прощаемся.